кстати, я сейчас ехала, пока по радио слушала интересную штуку, что лайками, ну, то есть, когда бывший лайкает твои фотки, он просто хочет, чтобы ты его не забывала, потому что, ну, вот это особенность психологическая, когда перед глазами что-то маячит, ты, соответственно, не сможешь забыть. Поэтому блокируйте нафиг. Если хотите забыть бывшего, не будьте подписаны на него и постарайтесь, чтобы он не был подписан на вас. И еще лайками, оказывается, можно выманивать долги. Ну, то есть, если вам кто-то должен, это не я говорю, это вот по радио сейчас слушала. Если вам кто-то должен денег, то лайкайте его фотографии ежедневно, прям ставьте лайк, без всяких угроз, просто ставьте лайк. Таким образом, человек не забудет про вас, он будет постоянно помнить, и в какой-то момент, ну, им будет некомфортно ощущать себя должником, и он отдаст долг. Важнее всего в этом, что вы треплете нервную систему человеку, вот мне что кажется. А отдаст долг или нет, ну, может быть, он вас заблокирует в конце концов.